Илюха, у нас наступил момент, когда мы должны с тобой поговорить серьезно. А именно, у тебя есть сайт, тебя показывают по всем телевизорам. Каждого рэпера бросила типа тёлка. Но как тяжело от непонимания. Ты снимаешься в кино. Вчера я пиццу ел, мне понравилось. Ну, пицца, это же вредно. Сейчас пора выпускных. Скоро будут дети выпускаться там из 9 класса, из 11. Может, у кого-то будет день рождения. В конце концов, 1 июня у нас Международный день детей. И мне звонят, например, как продюсеру и говорят, у вас есть артист Илья Глазунов. У него есть концертная программа? У тебя есть концертная программа? Да. Так. И сколько у тебя песен в репертуаре? Наверное, 5. 5. Давай хотя бы попробуем программу из 3 песен. Нам нужны еще какие-то песни. Вот есть «Бескозырка», есть «Брат» и еще одну. А «Маленькие дети» же есть. Вот сейчас мы их послушаем. Может, мы ее возьмем. И тогда, если мне кто-то звонит, а я говорю, да, есть такой артист, у него, например, есть 10-15 минут программы. Угу. И называю 5000. За 5000 поедешь? Да. Слушай, ну для начала так. Все когда-то начинали. Хотя 5000 тоже неплохо. Ну да. Первая песня у нас. Маленькие дети. Маленькие дети. Поехали. Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что Катя. Как называется следующая песня? Следующая песня называется... Я не знаю. Не молчи. Не молчи, наверное, да. Билан? Да. Ну расскажи об этой что-нибудь песне. Ну, с Биланом я встретился еще давно. Знаю его еще давно, да. Выбрал эту песню на кастинге с Аллой Пугачевой. Чтобы прийти к ней в школу, выбрал эту песню. Следующая песня будет «Я просто люблю тебя». И эта песня очень хорошо получилась, потому что я ее давно не пел. Поэтому не совсем получилось. Ну ничего, впереди еще несколько песен. Надеюсь, все получится. Черная грусть в окно постучит ко мне. Короче, первая песня отлично, вторая нормальная, третью сложная, потому что надо там что-то с тональностью экспериментировать. А вот первую и вторую запросто можно где-то петь. Плюс еще, Илюх, вот ты вот поешь, как вот, когда ты вот начинаешь петь, ты должен включать не только голос, то еще себя, артиста Илюху.
Ты включил свою любимую песню, смотришь в зеркало. Я просто люблю тебя. Я просто хочу тебя. Понимаешь? Не отдавай меня. Чанан-чанан, понимаешь? Да. Ты такой герой, да. Весь такой пластичный, уходишь? Нет, нет, не ладно, молодец. Молодец, и от меня. Ну да, мне очень, самому твой тень вот, очень понравилось. А, хорошо, кстати, говорят, что Билана взял, потому что он, конечно, техничный вокалист. Слушай его побольше, а там не молчи, да? Обрати внимание, он очень-очень пропевает вот эти концы фраз. Не молчи. Он прям поет их до самого-самого выдоха. У него идет подача на чем? На диафрагме. На диафрагме, конечно. А ты немножко кидаешь, начинаешь в артистическую подачу уходить и кричишь. Не молчи! Не молчи!